А электропоезд «Иволга-4.0» – детище другого крупнейшего предприятия Тверской области – вагоностроительного завода – успешно прошел часть испытаний на скоростном полигоне в городе Белореченск Краснодарского края и теперь завершает комплекс предварительных и сертификационных тестов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. «Иволга-4.0» – это новый шаг в развитии платформы электропоездов с асинхронным приводом. Он на 97% изготовлен из комплектующих отечественного производства, в их числе такие ключевые узлы, как тормозная система и тяговый привод. Кроме того, в отличие от предыдущих моделей, в новой версии в промежуточных вагонах по 3 входных двери вместо 2. Тверской вагоностроительный завод вносит важный вклад в развитие отечественной экономики и транспортной сферы. ТВЗ внедряет новаторские идеи, наращивает технологический производственный потенциал, отметил Игорь Руденя, губернатор Тверской области, комментируя успехи нашего предприятия.